Короче, фокус моей жизни. Не было паспорта. Оп, появился паспорт. Здорово. Всем здорово. Угадайте, кто я. Пишите в комментариях. Перебивка. Шоу стояло под вопросом. Три раза мы переносили этот концерт. Первый концерт спустя примерно 6 месяцев. И сегодня он опять вновь встал под удар, потому что концерт не может пойти без ведущего. А ведущий обратил внимание, что у него нет паспорта, когда собирался ехать на вокзал. Я начал думать, где может быть мой паспорт? Что надо сделать первым? Нужно понять, где я его видел последний раз. А последний раз я паспорт видел, когда выезжал из Воронежа в Москву. Соответственно, если паспорт я оставил в вагоне, то значит он в бюро находок. Короче, он не дешевый. 500 рублей находка и 200 рублей каждый день ожидания моего прихода в эту самую страну. 1500 рублей. И я с вами, господа. Шоу быть. Последний концерт у нас был 9 марта. Это полгода назад, примерно, больше. Не помню, как это делается, вот, но у нас были съемки. В целом, нормально, я готовый. Первое свидание, вечеринка. Может быть, вечеринку на что-нибудь Стас скажет. Давайте новости. Мы вчетвером все скажет, ладно. Обычно без того проходит. Пиво, сухарь, ребята. Если бы можно было курить, точно как в подъезде. Импровизация команды сами себя не порежет. Нужно все отсмотреть и смонтировать из великолепной полуторачасовой игры 48-минутную телевизионную передачу. Увлекательный процесс. Много людей. Вот мы и в Петербурге. Вот мы и в Питере. С 15-12. 12 можно есть борщ? Мне кажется, что борщ можно есть всегда. А девушка вот узнала. Здорово. Костюм? Спать хочется? А мне борщ. Не мне. Борщ? А чебуреки? Не, борщ. Спасибо большое. Антон, а где остальные парни? Они уже, по-моему, здесь все. Я с ними не общаюсь. Господин Питер, госпожа Гельвеция, встречайте. Борщ. Борщичок съеден. Пол первого. Через 8 минут прибывает пост. От вокзала до гостиницы ехать примерно 17 секунд. Поэтому есть варика удождаться. Но есть варика не дожидаться. Здорово! У меня севший голос. Я специально его таким сделал. Чтобы было красивее. Дамы и господа. Смотрите новый влог на нашем канале «Импровизация Раша». Я приболел. Короче. А, кстати, подожди. Почему я еду в этой машине? Я сдал все тесты. Сдал все тесты? А, ржака в том, что, короче, я не чувствую запахи. Но все тесты у меня отрицательные. Вообще ничего не пахнет. Я вообще ничего не чувствую. То есть мы сегодня можем спокойно потеть? Вы можете вообще все что угодно делать. Очень обидно, что это у меня пропал запах, а не у Арсения. Потому что если пропал у Арсения, мы бы могли есть рыбу. Просто сейчас все думают, что если пропал запах, то все. Это коронавирус. Но у меня не коронавирус. Я просто заболел. Ой, а у нас Кирилл здесь. Без предупреждения. Я чувствую твой божественный запах. Чувствуешь? Нет. Привет. Не, подождите. Пахнет враньем. Добро пожаловать в столицу. Пусть в северную, но столицу. Столица красоты, интеллекта и вечных очков. Почему я их не снимаю? Потому что вы не должны ослепнуть раньше времени. А? Думаю, все в руках. Это антисептик. А, да? Абсолютно антисептик. Просто листья. О, еда, как этого всего давно не было. Я пойду руки вымою как следует. Блин, давай закрой глаза, я тебе кое-что дам в рот. Ты определишь. Пошлость внутри каждого из нас. Ты заранее, то есть во вкусе чувствуешь? Да чувствую, ну сладкое, кислое, соленое. А, остальное. Все, закрыл глаза. Сказали, фигню. Давай первый. Да подожди, да он знает, что это такое. Да не знаю. Давай, давай. Давай. Так. Ну, это оливки. Так. Вот. Ну это виноград, ну да все, вот, подожди, теперь сложно. Можешь просто откусить? Открывай.
Так. Бля. Да. Бля, там лимон был. Да все он чувствует. Пиздёшь этот коронавирус. Последнее, необычное. Блядь, какой-то прикол. Не, просто... Тапки. Не, ну какие тапки, у меня в руке. Давай. Давай. Какое у тебя доверие? Я бы вам никогда не закрыл бы глаза, не открыл бы рот перед вами. Вы бы мне накидали туда пыли какой-нибудь. Мой голос ухудшился за время перерыва. Ребята выглядят шикарно. Я не брит. Кресло какое-то все облеванное, смотрите. Давайте в крутящуюся комнату. Что это за дела вообще? Неуважение к артистам. Облеванное кресло. Так, а ты хочешь все еще, чтобы я проверил? Тема. Вторая волна. Вторая волна. У этой темы слишком много углов. Тут и первой волны не было, сказал Беглов. Мне женщина в правительстве знакомая сказала, что это вторую волну она в гробу видала. Или полторы тысячи людей в зале, нас ждет боль. Встречайте COVID-19.00. Человек даже улыбается, он может сегодня получить первую зарплату за полгода. Видеть, вы принесли мне хлеб. Здорово, здорово. Как первое свидание никто никогда не отменял, правильно? Ну вечеринка, ну эфиры нет, были, концертов не было. Вечеринка. Вечеринка. Дальше начинаются вопросы. Каскадеры. Либо за спиной. За спиной, конечно. За спиной. Сцена и шляпа, громкий разговор, рэп восхваление. Я в каскадерах себе примерно представляю, как шутить. А вот за спиной, кроме того, что... А как ты здесь оказался? Пойдемте сейчас попробуем, если не получится, не играем. Получится, играем. Ребят, где наша импровизационная задоринка? Ничего, не решили, идем решать дальше. У нас очень сложные решения принимаются. Боязнь нового, ребят. Нет. Оказалось бы, а чего боязнь нового? Два советских разведчика продираются в тыл противника для выполнения секретного задания. Иван, мне кажется, нас послали на верную смерть. Я могу лучше. Так. Чуть-чуть, но я больше похож на Ивана. Принимаем. Это что? Здрасте! Прости меня, пожалуйста. Арс, почему ты с ним не пошел? Простите. Мы считаем, что Стас выглядит хорошо, но не очень похож на ведущего нашего мероприятия. Фух, ну слава богу, хоть будет мальчику про что пошутить. Ну попроси ты Оксану, поможет тебе человек. Но это его ритуал подготовки к концерту. Абсолютно. Самый уебанский очиститель в мире. Это я про тебя. Да, да, да. Он знаешь, как делает этим? Не катает, собирая грязь, а? Это Шас так делает. Это же не мандраж, а просто непонятно. Что-то непонятно. Ребята, я волнуюсь иногда перед выходом на сцену, почти всегда. Что-то сегодня у меня просто... Давайте, знаете, как сделаем? Заглянем в будущее. Вот сейчас я в недоумении, что со мной происходит. Поговорим сразу после первого концерта. Хоть так будем серфить в этом году. Давай, Стас, удачи! По-моему, они ходят целоваться. А вот сейчас стало очково. Мы полгода не выступали на сцене. Блин, Стас меня убьет. Прикинь, сейчас люди в зале сидят, думают, ебать, доска. Что? Это Арсений катается на доске. На какой? Что за доска? Вот издевается надо мной. Ну и чё? Всё. Так, ну это же красиво, во-первых. Девочки, я могу продать вам волосы Арсения. Хотите? Недорого. Купив же волосы Арсения, можете сделать приворот. Тут же его ДНК. Вы так, можете воссоздать Арсения? Ну что, первый концерт за 7 месяцев. Один. Погнали. Все по очереди, какой там порядок? Я последний вроде. Наконец-то.
столько людей, столько людям пожал руки на сцене. Что требуется использовать анестетик? Да, слушайте, я очень сильно волновался, и вот или зря, потому что все прошло мне круто показалось, по крайней мере, зрители там в восторге. Либо все-таки волнение, если ты правильно его вот соберешь в кулак, это совет тем, кто волнуется перед выходом на сцену, и направишь в нужное русло, то делает чудеса. Спасибо. А может быть, это просто потому, что в Питере классные зрители. Или все дело просто в великолепном ведении мероприятия. А почему нет? Пацаны, я ведь ни разу не говорил, что... Мне не нравится, как меня рисуют. Я ни разу не говорю, что это плохо или еще что-то. Вы надо мной хихикаете, типа, там, похож, не похож. Но мне так часто прилетают какие-то сообщения или надписи. Вы неуважительно относитесь к портретам. Я вот думаю, ну вот как так? Вот как так? И так совпало, что твой портрет первый. Может, давай сможем. Ну, смотрите, как... Нет, прям хороший портрет. Я как человек с высшим образованием художественным, у меня было 45-минутных уроков живописи в неделю. Могу сказать, что написано прям очень сложно. Да, это из этой серии. Дмитрий Позов, пожалуйста. Более такое, как будто он из пластика сделан. Последний поживет, это немножко как будто из пластика. Андрей Шастун. Что ты выбросишь? Ну, настроенческая получилась картинка. Пока да. самый похожий Арсений, это на самом деле уникальный случай. Сергей Пухлый Матвиенко. Пухловатенький. Стас Шеминов. Ой-ой-ой, это сложно мне рисовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, себя сложно оценивать, но... Ну, короче, ну, правда, не очень похоже. Особенно с глазами какая-то беда, потому что они все-таки разъехались немножко. Оксана получилась по принципу, вот как если бы вот ее вдруг какая-то героиня бы играла бы в кино. Вроде все то, все как у Оксаны, но не похоже. Это просто Оксана еще до ее пластической операции. Кстати, вы знали? Да, в офис Москвы трогается картины. Чуть-чуть некоторые места не очень получилось, но я думаю, ты прекрасно это сама знаешь. Нам запретили вообще подходить к людям. А ты ясно. С вашими бактериями я справлюсь. Мне передали подарок «Армия России. Индивидуальный рацион питания». Нужно попробовать точно. Жевательная резинка. 10 дрожжей. Что, в армии дают жовку? Армейские галеты. Опа. Пюре из яблок. Это чай? Что, вкусно? Нет. Не вкусно? Что-то какое-то, помните раньше, скажи что-то обидно, что тебе говно, а мне повидло. Помнишь? Тебе-то ты, а мне обидно, тебе говно, а мне повидно. А, тебе смешно, а мне обидно, тебе говно, а мне... Ребята, пишите в комментариях, какие еще вы знаете прикольные пословицы из детства. Ну, типа, скажи, клей, выпей баночку соплей, вот эти все. Арс, разведи нам. Ты ж дух. Счастье, дело просто это. Все вот на этом основано. Да прикольно, как компот. Это, кстати, я думаю, даже вкусно. Гречка с говядиной. Вкусно. Опачки, что-то черное. Опачки, что? Футболка. Handmade by Татьянка. Мистер непредсказуемый. Это твоего ребенка. Вот, кстати, прикольно. Носки я люблю. Я люблю носки и виниловые пластинки. Я так придумал. И монеты. И просто деньгами. Вырезали Prodigy, а это моя любимая группа. Я, кстати, даже пластинки на виниле стал слушать после того, как мне подарили пластинку Prodigy. Блин, вот они, смотрите, красавчики. То есть ты можешь смотреть на часы и всегда понимать, сколько времени. А что, вас озвучили? В 10 минут выходим. Так, по-моему, вообще 15 минут. А почему? Ну, одеться, озвучиться. А? И пописить. На часах 21:21, можете загадать желание и написать свое желание в комментарии. 21:21 это значит, что уже осталось совсем мало времени, потому что самолет в 23.50
50. Соответственно, я не знаю, сколько в Питер ехать, поэтому в любом случае надо уже очень быстро ехать. Спасибо, что посмотрели этот влог. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подпишитесь на канал, потому что канал начинает расти, мы начинаем заниматься серьезно. Тут будет много-много-много-много всего интересного. У вас уже больше 100 тысяч, это хорошо. Арсений меня дополнит. Питер, вся любовь.